Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось в 2 раза дешевле, а состояние как у нового. «Титан» – для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия», мы продолжаем. Пытался проехать на битом автомобиле водитель Mitsubishi на улице Пролетарской. Мужчина полночи катался под шофе, ориентировки на серебристый минивэн буквально сыпались на горячую линию ночного патруля. В итоге он докатался, где-то уценил машину, сломал бампер, пробил колесо и оторвал защиту. Но это его не остановило. Кадры задержания в нашем следующем материале. На дворе глубокая ночь, но очевидцы разглядели битый Mitsubishi с пьяным водителем. Мужчина суматошно накачивал колесо, но без результатов. Его предупредили не едь, но он просто сел и поехал. Скрежет металла с асфальтом слышался издалека. Поехал по Пролетарской в сторону наряда, но остановился. Блин, я не знаю, я его, конечно, тут снимаю. А вот и разворот водителя Mitsubishi. С выключенными фарами он пытался повернуть, но посередине дороги заглох. Свистит весь весь кряхтит. Встал. Со второй попытки он поехал дальше, но к неадекватному водителю приехали сотрудники ДПС. Он вышел, дыхнул перегаром и пытался получить слова сострадания от инспектора. Что случилось? Документы есть, спасибо. Да, документы есть. Колесо спустило. У вас машина неисправна, а вы едете, мужчина. Из документов Александр показал только страховку. Остальные забыл дома. С собой не имеет. По словам мужчины, той ночью он поехал в шиномонтаж. А у вас не только колесо, у вас что-то с бампером, да, мужчина? С бампером. Колесо спустило. И бампер что-то еще волочится у вас. Бампер-то, ладно. По словам пассажира, водитель во дворе на что-то наехал, потому и защита двигателя жила своей жизнью. У него бампер просто как бы сломан был. А почему? Во двор заехал. Он по асфальту скребет просто Защита у него там. А, защита? Да, защита получается. И, грубо говоря, и вот колесо. У меня на руках, и у него просто колесо тело. Мы сейчас доехали до шума, даже все, все. Он трезвый сам? Конечно. А, трезвый. Пассажир, не теряя ни минуты, пошел искать понятых для полицейских, а заодно рассказал им историю сегодняшнего вечера. У меня девушка, бывшая, я такой, у нее дома сижу, мне прижал развернутый, такой, я хочу, мне сказали, тебя. Я говорю, ты че конченый, брат, мне такой говорит, ты че, Леха, ты че, о, Леха, я сипный, дружище, все, пил, не пил, я не знаю, чтобы никого не искать, давайте пойдемте. Нет, сейчас сотрудники сами найдут. Нет, я не сказал. В итоге водителя увезли в отдел полиции, а далее ему предстояла долгая процедура по оформлению пьяного вождения. На утро придется забирать машину со штрафстоянки и решать вопросы с ремонтом авто. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.